Так, рассаживайтесь. Мы получили новые распоряжения прямиком от Сои и двоих новичков из 6-й воздушной армии, которые помогут нам выполнить их. Они были рекомендованы для участия в этой операции в связи с высокой оценкой их действий в день Д. Капитан Прайс, сержант Эванс, добро пожаловать в 3-й отряд. Ну а теперь перейдем к делу. Здесь расположение важнейших плотин гидроэлектростанций Рурского промышленного района Германии. Эти ГЭС обеспечивают электроэнергией заводы и города этого района. В прошлом году один умный парень по имени доктор Бернс Уоллес придумал новый вид бомбы специально для взрыва дамб. Этими самыми бомбами молодцы из 617-й эскадрильи успешно взорвали дамбы на Моне и Эдере и затопили весь промышленный центр Германии. Плохие новости состоят в том, что эти ублюдки уже все починили, и командование хочет, чтобы по этим целям был нанесен новый удар. Это дамба на Эдере. Мы высадимся рядом с ней ночью. Согласно данным разведки, на день пути вокруг дамбы находится безлюдная местность. Но сбросить бомбы на дамбу сейчас невозможно, потому что вокруг нее установлено слишком много зенитных батарей. Наша задача — уничтожить как можно больше зениток, чтобы расчистить путь бомбардировщикам. В здании внизу дамбы расположены электрогенераторы. Мы должны будем взорвать их, если это не удастся сделать бомбардировщикам. Мы установим взрывные устройства на короткое время, потом доберемся оттуда на грузовике до ближайшего аэродрома и захватим у врага подходящий транспортный самолет. Вы все знаете, что делать. Проверьте ваши боеприпасы, выверите прицелы и внимательно изучите карты и фотографии. Операция начнется в течение ближайших 2 часов. Удачи! Отлично. Ребят, это Call of Duty первая часть, и мы продолжаем играть. Не помню, как это уже серия, возможно, даже 6-я или 7-я. Так, фух, не вылетело. Ребят, с вами Лысый Петр. Я просто не помню, здоровался, не здоровался, потому что я только что еле запустил игру. Ну окей, нам нужно пробраться. Очень тихо. Начинаем. Конечно же, никакого стелса. Ну и все равно. Кто стреляет вообще? Кто? А-а-а, там прячется малой. Ну-ка. Иди сюда. Блин. Не, не умираете, не работает. Так, юка. Отлично. Ну вот такой стелс в этой игре. До сих пор не умер, да ладно. Оп, есть. Все. Вот и отличненько. Ну вот, ребят, такая у нас стелс-миссия. Вот как раз это дамба, внизу там как раз то самое здание, которое нам надо взорвать. Ой, что-то вообще зашел, даже не знаю. О, так, ставим. Первая бомба есть. Так, понятно. Кто вообще стреляет? Не вижу пока, ну ладно. Вторую поставили. Тоже кого нет. Ой, странно, почему здесь никого нет? Где вся охрана? Ну ладно. Кто там стреляет вообще? Никого ж нет, ладно. О! Кто-то появился наконец-таки. Видимо, это очень меткие пацаны. Особенно этот дебил, который лег и стреляет по ящику. Делаешь. Окей. Все, поставили. Перезарядка. О! Это уже посерьезнее было. Все. Последнее.
как бомбануло, офигеть. Все, берем теперь автомат и спускаемся вниз. Что там? Воу! Вот ты меня чуть не испугал, чувак. Физика работает. О-о-о-о-о-о, понятно, чем мы тут не поставили сюда. Теперь понятно. Так, не-не-не. Мне это оружие больше нравится. Вдруг у вас нет, пацаны? Так, хилка, хилка, хилка. Ухо-хоу. Йо-хо-хоу. Выходим? Окей, значит заходим. Один долбанный человек затащил столько человеков. Блин, умри. Ого! Ого! Вот это ты меткий. Вылазь давай. Короче, стесняется. Стреляет хорошо, а сам стесняется. Так. В ногу попал. Ну все. Надеюсь, хилки. Я надеялся, это были хилки. Где начинаю? Окей. Воу-воу, как ты здесь оказался вообще? Так. Все? Отлично. Эй! Здесь была аптечка. Воу! Вот это ты лолка! Так, хилки мне нужны. Вниз! Воу, живой! Вот это да! Интересно получилось. Перейдем с этим оружием. Ни хрена себе! Что? В какой режим клавиш? Вы чего? Вот это да! Вот такой дерзости я вообще еще не видел в этой игре. Как он налетел на меня. Бешеный, блин. Покажите мне еще. Что такие живучие? По два раза вставить, а? Окей. Опа! Пошли, пошли. Хоп. 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 Куда дальше?
Надо бомбу ставить. Блин, вылез. Хоп. Здоров. Как у вас дела, мальчишки? Плохой, плохой немец. Отдавай мне свои патроны. Блин, как это смешно. Пока. Оу, е. Отлично. Все, теперь просто уходим. А, теперь я иду к своему автомобилю. По пути убив еще парочку немцев и заминировав еще одну зенитку. Отлично. Перезарядка оружия. Воу! Там у нас, оказывается, снайпер сидит. Хоп, 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 хоп. Отлично. Бах. Нет, закрыто. Хорошо. Перейдем туда. Игра сохранена. Но это уже радует. То, что игра сама по себе сохраняется. Чекпоинты, чекпоинты. Так, куда теперь? Я что-то еще не уничтожил? А, где это? Нужно назад бежать? Походу, да. Тебя я не помню. Что тебе? Эй! Оу. Отдай мне свое оружие. О, отлично. Стой, сиди сам. Просто оставлю живых его. Хватит там морать. Так, мне чего-то кажется, что надо возвращаться. Хоть это и очень странно, ну ладно, вернемся. Очень странная миссия. Зачем мне идти вперед, потом возвращаться назад? Это не очень-то и классно сделано все-таки. Вот так. И просто идем вперед. Топ, 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 топ. Оп, задняко. Ого. Взрывается. Дай мне свое оружие. А? Черт. Ой. Бери патроны. Отлично. Вот так пойдем. Если что, автомат есть. Прорываемся. А это тот самый бешеный пацан, который хотел увидеть его. Вот мы его увидели.
Так, мое оружие. Окей, пойдем с ним теперь. Хилочки. Хоп. А, понятно. Теперь только выше поднимаемся. Воу! Вот это да! Вот это меня обманули. Классно, пацаны, классно, молодцы. Так, здесь по нулю уже. Делаем так. Опа. О, не-не-не-не. Опять мало жизни очень осталось. Отлично. Хилки у вас есть или нет? Так, никого. Давай, давай, идем, идем, идем. По-тихому. Хилки нужны срочно. А, ну вот хилки. Отлично. Выше поднимаемся. Блин, конечно, очень странная локация. Они просто сделали огромную локацию. Туда брали врагов. И сказали, все, короче, иди вперед, потом опять назад. И это очень странно, на самом деле. Погнали. Ого, ты гонишь. Ты вообще так умеешь? Вот это чудо, просто мастер водила. Здесь я, блин, пешком трудом перебирался. Как ты вообще едешь на машине здесь? Воу. Ну, можно, думаю, еще один уровень пройти, почему бы и нет. Приятель. Готов. Ага, панцерфауст. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Давай еще. Офигеть. Давай быстрей. Промазал. Е, отлично. Нам придется сделать это по дороге. Этот кретин взорвется, если мы все сделаем. Черт, проклятый ублюдок не взорвался. Возьми винтовку, прикроешь меня, я сделаю это вручную. Окей. Надо их отстреливать. Вот это они гонят. Что вы, блин, лезете? Остановитесь. Одумайтесь. Включите разум. Нет. Определенно они... очень глупый. Есть. Возвращайся, давай. Ноускоп, ноускоп, давай. Оп. О, получилось. Подавай, подавай, подавай. Черт. Блин, а что случилось? Я что, по себе попал или вообще не попал никуда? Ну вот. Ой-ой-ой. Есть. Как вы вообще, я ж попал по вам? Держимся. Последний остался. Есть.
Вроде бы затащили. И больше их нет. Аптечка стоит есть. Что вообще случилось? Что это за такой скрипт был? Охренеть. Долбаная машина. Что это было? Что это было, блин? Кто вообще по мне попал? Ну вот. Ну вот. Так, попробую взорвать. Нет. Неудача. И опять неудача. Удачи. Сейчас мы встретим его. Так, так. Блин. Давай, умирай! Фух! Есть! Нет, еще! Что он творит? Да ладно, блин! Ну вот! Ну вот! Тарань, бах! Блин, успел. Чё они такие резкие? А, блин. Боеприпасы кончились. Это последний панцерфауз. Блин, плохо. Не, он так и не попутал, скорее всего. Стреляйте, жучок! Лучше подождать. Да ладно, я ж почти попал. Гранату кидает, смотри, кинул. Что за хрень? Почему эта миссия такая сложная? Так, ладно, все, теперь попаду как-нибудь сделать так, чтобы вообще ни разу ничего не допустить, никакой ошибки просто. Попробуем. Все. Он, блин, еще и сам стреляет по ним. Вот кто нас убивает. Так. Есть. Сейчас будет. Все? Неужели все? Фух. Нет, еще не все. Есть. Перезарядка. Сколько еще ехать? Вот это да. Присядь, присядь, присядь. Ай, нет больше птичек. Что ты делаешь? Вот, о, получилось. Мы это сделали. Я дьявольски сильно в этом сомневался. Фух.
Фух, неужели? Ладно, ребят, здесь мы закончим. Я еле прошел этот уровень. С вами был Лысый Петр. Подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока.